поводу смерти твоего отца. Мой папа умер недавно тоже. Да. Это имеет отношение к твоей тренировке? Как это тебя... Я бы не хотел бы об этом сейчас говорить, но я скажу, что я рад, что я опять возвращаюсь в мир бокса. Это тебе помогает этим, да? Ну, я рад, что я возвращаюсь, да, в мир бокса. Что ты мне можешь сказать про своего противника? Он выкидывает очень много ударов. Как ты это будешь... Что ты против этого готов делать? Вы знаете, да, очень много можно про него говорить и хорошего, и я думаю, у него очень хорошие качества. Я считаю так, что мне надо делать свою работу. Мне надо делать свою работу, не... А все, что он будет предлагать, это уже второстепенно. Как прошел твой тренинг? Я назову это очень хорошо. Очень хорошо, потому что у нас было не так много времени, чтобы втянуться. И то время, которое у нас было, мы провели с пользой. Какие у тебя были спарринговые партнеры, которые делают то, что делает Гил? Не, я не делал акцент то, что делает Гил, и я не делал на этом акцент, я делал только свою работу. Окей. Спасибо большое.